cuando buscamos sentir, спасибо, Раф. Когда мы хотим почувствовать отдачу нашему желанию получать, мы не ищем реакции в разуме, но в сердце мы хотим почувствовать ответ. И даже более того, мы должны постараться почувствовать это внутри нашего чувства, внутри нашего сердца. Когда мы изучаем науку Каббала, нам нужно достичь ощущения, а наше понимание будет внутри того, что мы ощущаем. Это некая наша внутренняя психология. Иначе мы не постигнем творение. Наше постижение может быть только в наших желаниях. Это то, что в нас создал Творец. Мы — желание. Желание чувствовать, желание получать. Мы ощущаем либо добро, либо зло, либо плохое, либо хорошее. И нужно давать этому разные оценки и с помощью этого затем продвигаться и приближаться к Творцу и постичь Его. Только чувство мы развиваем, только чувство. Поэтому наша проблема — достичь ощущения ближнего, ощущения товарищей. Чтобы я почувствовал товарища так же, как я ощущаю себя, это называется, что я прихожу к исправлениям. Если вы мне позволите, Рав, вы сказали, что мы раскроем что-то духовное для того, чтобы раскрыть это. Мы это почувствуем как что-то новое, чего у нас никогда не было. Является ли это новым ощущением, которое будет у нас с товарищами в десятке? Это то, что должно нам раскрыться. Да. Мы должны пройти много этапов, может быть, пока мы решим, что у нас нет выбора, кроме как почувствовать друг друга, несмотря на то, что мы находимся в такой изоляции. Каждый замкнут в себе самом, но нам придется разорвать эту внешнюю оболочку, которая есть на каждом из нас, чтобы начать соединяться нашими желаниями и выстроить из наших желаний единое составное желание. И в этом соединении желаний разных, различных, мы начнем постигать, мы начнем ощущать Творца. Это называется «вы сделали меня», что из всего эгоистического желания, когда мы взрываем его эгоистическую оболочку и соединяемся между нами, соединяемся, и тогда мы выстраиваем из этого форму Творца. И это называется «вы сделали меня». Только таким образом это должно произойти.